Комбайны и навесную сельхозтехнику будут собирать в Приморье. Такую возможность обсудили в Рио губернатора Андрей Тарасенко и руководитель Ростсельмаша Валерий Мальцев. Первые переговоры провели еще в октябре, а до конца года стороны должны заключить уже предметное соглашение о сотрудничестве. Так планируется, что Ростсельмаш начнет поставку в Приморье отдельных блоков сельхозтехники, из которых на месте будут собирать готовые машины. Первые экземпляры могут собрать уже к ближайшим весенним полевым работам. Андрей Тарасенко уделяет особое внимание развитию в крае аграрного сектора, но техники для наращивания объемов не хватает. Решить эту проблему поможет сотрудничество Приморья с одним из ведущих производителей сельхозтехники в России. Напомню, президент России Владимир Путин поставил задачу к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием.